Спасибо большое за донат, Фюнф Урье. Немного Дана Балана. Послушаем. Тут, кстати, нет самого пересматриваемого момента. Все ровно. Спать хочется. Why? Hater fights. I won't ignore them anymore. Ни хера себе. Блин, вот этот. Вот, типа, сейчас. Вот это мне кажется странным. Ну, типа, я бы это не делал. Ну, а так вообще, то есть, неожиданно от него такой треканчик услышать. Прям неплохо же. Кибербанк. 5 минут. Блин, вообще, да, долго. Ну, ты не сказал. Сейчас досмотрим вот этот, наверное, уже, ладно. Контент. Ну типа по меркам попсы очень приятный трек, то есть типа, конечно, это все равно звучит как типа то, что ты хочешь или не хочешь, но услышишь на пляже в Анапе, но типа лучше это, чем Зиверт, как говорится. Вокал получился бы Euritmics. Ну, кстати, да. Что-то такое близко. Да вообще чем-то таким, как постпанковым даже отдает, лол. Очень забавно, странно. Ну, так понятно, типа, около 80-х, но там вот этот вокал, который был вот... Вот здесь, типа. Такой низкий. Это очень забавно. Был клавишником в Black Metal группе. Да, да, он, типа, вообще рокер. Об этом рассказывал в каком-то интервью. Ну, типа, ну, короче, слушает рок-музыку. Бесит, звучит более-менее натурально. Не запоминается. Ну да, сильно не запоминается, есть такое. То есть она не особо въедливая. Ну, короче, по идее, тогда это не должен быть суперхит. Вот так, типа, так, тречок. Типа, полупроходной. Но, ну, короче, да, это не напряжный трек, который отлично может фоном звучать где-то. И он не будет...
бесить. Ну, по идее. Спасибо большое за донат. Вот. Вот.